Всем мое почтение, друзья. И сегодня 2 марта 2023 года, во второй день уже календарной весны, появилась такая вот для нас всех украинцев хорошая и приятная такая новость, а именно то, что уже 150 тысяч оккупантов нашли погибель на нашей украинской земле. Вы вдумайтесь в эту цифру. 150 превратились в 200-х. А сколько превратилось у тех, кто уже не ступит или одной ногой на землю, или двумя, или рук не стало. Короче, столько раненых, если 150 тысяч уже ликвидировано. Я лично считаю, что это честь и слава вооруженным силам Украины, которые борются, которые на протяжении всех этих 9 лет, а война в Украине 9 лет идет, 8 лет гибридная, и вот уже год, так сказать, полноценная, полностью эта махина брошена на уничтожение украинского государства. Но вот такая цифра, вы вдумайтесь, 150 тысяч уже оккупантов больше никогда не увидят солнышко, потому что они выбрали погибнуть за режим и не сопротивляться ему. Они выбрали идти на чужую землю и уничтожать чужой народ, чем отсидеть 5-6 лет на зоне за отказ исполнять приказ. Я лично считаю, что туда им и дорога. И более того, хотел бы пожелать вооруженным силам Украины, чтобы каждый снаряд, каждая пуля попадала в цель и уничтожала и ликвидировала врага еще до того, как он перейдет границу Украины. Всем украинским воинам желаю здоровья, сил, терпения и мудрости. А врагам превратиться и стать в ряды тех 150, которые уже больше не увидят никогда солнышко. Слава Украине! Слава вооруженным силам Украины! И слава простому украинскому народу, таким людям, как я. До новых встреч, друзья. И пусть у нас все будет только хорошо. И чтоб новости были только радостные, а вся эта печаль, грусть и слезы ушли далеко. А лучше пусть они все перейдут на тех, кто нам желал плохого, то есть в Россию туда. До новых встреч. Все будет Украина. Мы победим.